А теперь о ЧП на Дальнем Востоке. Масштабная спасательная операция разворачивается в Охотском море. Там потеряна связь с двумя рыболовецкими судами, на борту которых российские моряки. Один из них, «Норд», ходит под флагом африканского государства Сьерра-Леона у шхуны «Вирт», порт приписки в Республике Того. Состав и личности членов экипажа пока неизвестны. Суда сигнал СОС не подавали. Спасатели МЧС и пограничники ориентируются по координатам от аварийных маяков, которые сработали накануне. В районе поисков с воздуха обнаружены несколько гидрокостюмов и фрагменты судовых палуб. Работу спасателей затрудняет штормовой ветер. Операция в Охотском море возобновится с рассветом.